найти область определения функции. Если вам дали картинку, вы просто посмотрите, откуда до куда эта картинка по иксу. Вот, например, у меня нарисована парабола, но мы же понимаем, что она у нас бесконечно будет продолжаться и туда, и туда. Поэтому у меня по иксу моя картинка от минус бесконечности до плюс бесконечности. А, например, вот эта гипербола. Я вижу, что один хвостик идет от минус бесконечности и обрывается на нуле, значит, от минус бесконечности до нуля не включая, потому что на самом нуле нет картинки. И потом она возобновляется, опять же, по иксу от нуля и до плюс бесконечности. Но все меняется, если вам подсовывают формулу и просят найти область определения. Это значит, нужно понять, какие иксы я могу подставить в эту формулу. Ищу проблемные места. Мне нельзя делить на 0, поэтому x минус 2 не равно 0. И мне нужно, чтобы подкоренное выражение всегда было больше либо равно 0. X не равен 2, 2x больше либо равно минус 4, x больше либо равно минус 2. И вот эти два условия мне нужно объединить на одной картинке. Минус 2 больше – это туда. И надо выколоть двойку. Значит, область определения от минус 2 до двойки и от двойки до плюс бесконечности.